Значит, Асике сказал это быть честным перед самим собой и определить сразу, кто ты, да, исполнитель, руководитель, либо бизнесмен. Мы у себя на практике в консалтинге, когда заходим, интервьюируем и проводим тесты. Эти тесты сразу определяют. Там не один тест, там сразу несколько тестов. Они друг друга дополняют, и там сразу видно, предприниматель, специалист или такой-то. И мы уже сразу знаем. Не обязательно человека там 10 лет знать. Это мировая практика, поэтому... Мы Америку там не открыли. Первое, быть честным с самим собой. Второе, прописать договоры и обязательства. Да. Развиваться как личность и компанию, правильно? Да.